Клево всем, друзья. Сегодня последний день лета. И вот перед работой решил выскочить на Кубань с поплавочной удочкой, попробовать в черте города половить на мах в проводочку. Кубань сильно обмельчала. Кубанское водохранилище вообще превратилось в русло с лужей. Очень низкий уровень воды. На данный момент в Кубани зимний уровень воды. Водохранилище настолько, чтобы обмельчало, я даже не помню. Рыба вся по последним выездам стоит вдоль берега. Поэтому вот тут вот решил попробовать погонять удочку. Что из этого получится, посмотрим. Замешал прикормку. Тяжелая серия лещ. Немножко добавил вот такого пельца. И тут у меня остатки с последней рыбалки каши. Ну там я вообще жменька. Сейчас буду лепить шары. Даже не шары, а чуть-чуть вот такие вот. Чтобы они не сильно укатывались. Здесь идет свал. И чтобы они не сильно укатывались, вот буду лепить всякое вот такое вот потребность. Кормить сразу буду большим объемом, мне к 10 на работу, и поэтому закормим, половим, поймаем, не поймаем, ну, надеюсь, что поймаем. Вот такая коллекция, которую сейчас буду закармливать. Шары готовые, оставил буквально чуть-чуть прикормки, вдруг понадобится закорм, там на 3-4 шарика. Сориентируюсь примерно, где будет осуществлять проводку. И забрасываю шары буквально чуть-чуть выше по течению и чуть-чуть ближе, чем буду проводить проводку. Готово. Вон там лежит какая-то коряшка. И по идее, если все нормально, шлейф кормовой должен встать до нее. И проводку буду осуществлять до нее. Из насадок у меня опарыш кукуруза. Посмотрим, что будет работать. Московское время 6:23. Цепляем первого опарыша и в путь. Сейчас рыба периодически на фидер, на донки вылетает более серьезная. Крючок у меня пока маловатый. Посмотрим, если что, перенацепить всегда возможно. Thank you.
что там? Грузерочка. Ребята, рыбка не крупная, но поклевывает. Уже весело. Хотелось бы, чтобы валило что-нибудь посерьезнее, но пока не хочет валивать. Оп. Ой, ребята, что-то на кукурузку валил. Здесь на кукурузку. Рыбчик. Пятка. Вот такой красивый. Рыбчик, сиротик. Вот это уже веселее. Вот это мне нравится. Оп, что это такое бешеное? Плотва, ребята, смотрите, какая красавица. Плотва. Какая красавица. О. Кукурузку цепляю. Смотрите, друзья. Так. Оп. Вот. Всю кукурузку. Что сазана ловлю? Любую другую рыбу на кукурузу цепляя именно вот таким образом. Вот чья-то донка. Вот улов. Окунь, друзья. Окунь. Полосатый разбойник. Очередной подарок. О, красота. Кто там? Рыбчик. Кто там? Маечка. Где? Это майка.
такая сама. Добротная. О! Очередное. Монолеска. Вот так вот. Палки ловил, ракушки ловил, пружинки ловил, сейчас вот пучок леса поймал. Ну что, друзья, рыбку поймал, половил, летний сезон закрыл, удовольствие получил, да, немного, но поймал, кайфанул. До новых встреч на воде, друзья!